try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck, wanna get slept, fool. You ridiculous. Всем привет, друзья! Ну что, как видите, я начинаю уже потихоньку восстанавливаться. Раньше я не мог тренироваться в полноценную силу, потому что после операции мне удаляли аппендикс. У меня был шрам да рубец, который не позволял мне тренировать пресс. Во многих элементах как раз-таки пресс очень сильно напрягается. В том же переднем весе, удержании уголка, в любых практически элементах нужно тренировать пресс. Поэтому я был ограничен только обычными подтягиваниями и отжиманиями. Сейчас вроде как уже все нормализовалось. Во время выполнения упражнений на пресс у меня там ничего не болит, не тянет. Поэтому я уже могу полноценно продолжать тренироваться и прогрессировать. Я тренируюсь уже с 2010 года. И за это время прошло много всякой фигни. Там, болезни, травмы и куча всякого неприятного, что мешало мне прогрессировать. Я часто забрасывал тренировки и возвращался, пришлось восстанавливать, тренировать все заново, но все же я не бросаю и продолжаю тренироваться, радовать вас новыми видео. Ну, конечно, эта череда неудач меня уже достала, и хотелось бы не просто постоянно пытаться восстановиться, а уже спрогрессировать и двинуться дальше к новым вершинам. Спорт — это непростое дело, очень сложное. Посмотрите на меня, я тренируюсь уже очень долго, и казалось бы, там, я начинал с полной дистрофии и постоянно к ней откатываю. У меня очень много проблем со здоровьем, то есть я не выгляжу как какой-то впечатляющий атлет, но все же я тренировался, я достиг крутых результатов в воркауте, делал сложнейшие элементы в мире, выполнял мастера спорта в стритлифтинге и практически уже набрал 100 тысяч подписчиков на YouTube. Так что видите, даже с такими плохими изначальными данными можно прогрессировать, добиваться каких-то целей, стать известным, зарабатывать на этом деле. Так что, ребята, я не сдаюсь, и вы не сдавайтесь. Продолжаем тренироваться дальше. И несмотря на все невзгоды, вместе мы прорвемся и достигнем каких-то реально крутых результатов. Я вот сейчас уже планирую полноценно тренироваться, сейчас думаю, либо на массу, либо попытаться уже поднять уровень в элементах. Но, друзья, без вашей поддержки никак. И я тут имею в виду вашу активность. Просмотры, лайки, подписки. Следите за новостями, следите за новыми выпусками. Это вдохновляет меня тренироваться дальше, снимать новые видео. После операции, конечно, тут забуксовал, стал реже выпускать видео, но сейчас буду исправляться, сейчас уже вроде как тьфу-тьфу-тьфу, да? Все налаживается, поэтому видео будет выходить чаще, как для всех, так и для спонсоров. И в следующих выпусках мы увидимся. Я всегда так делаю. Сначала я тренируюсь, добиваюсь какого-то результата, потом выкладываю. Не как сейчас многие блогеры говорят, вот я там поставил цель, я стану лучшим, там, тыры-пыры, да? А по факту они ничего не достигают. То есть я сначала достигаю, потом показываю.